Хоп, хей, лоу, лей, как говорится в одной известной песне. Здравствуйте! И, ребят, сегодня у нас будет коротенький видосик по пятому таунхоллу, а точнее по гоблинам. Пятый таунхолл тут выступает только в роли ограничения, то есть что у нас имеется, это третьи варвары, третьи луки, вторые гиганты, третьи гоблины, вторые бомберы, вторые шарики, вторые визарды. Есть также заклинания четвертого уровня, но это нас мало интересует. Сегодняшней нашей целью будет уничтожение базы гоблинов, которая носит в себе название «Сторожевая башня». Выглядит эта база следующим образом, то есть вот такая вот база с тремя пушками и одной башней лучниц, по-моему, 10 уровня, если я не ошибаюсь. То есть довольно-таки интересная, как на мой взгляд, база, но все еще довольно-таки слабая, и поэтому сегодня мы попробуем снести эту базу гоблинов с минимальными затратами. Что я тут думаю сделать? У меня есть немного гигантов, есть немного лучниц и есть шарики. Остальных юнитов мы использовать особо не будем. То есть как я думаю поступить? Скинуть пару гигантов в эту дырочку? То есть пока будут гиганты танковать, пушки до них вряд ли достанут. И отсюда мы будем скидывать уже лучниц за забор, чтобы в скором времени снести башню лучниц. Она является тут главной угрозой. И потом мы запустим уже шариков, надеюсь никаких красных бомб на этой базе не имеется. И шарики уже без труда развалят нам пушечки, и мы запустим лучниц разве что для добития этой базы. Ладно, ребят, хватит рассусоливать, и давайте-ка попробуем снести эту базу. Пускаем, допустим, трех гигантов, я думаю, можно было сделать поменьше. И вот так вот скидываем, наверное, пяток лучниц, я думаю, они разберутся с этой башней лучниц. Тут я, к сожалению, скинул пару лучниц не туда, куда хотел, они согрелись на хижину гоблинов, но да ладно. Скидываю я по два шарика, чисто для того, чтобы побыстрее расправиться с пушечками. То есть можно было скинуть одного всего-то навсего шарика, то есть им уже тут ничего не угрожает. Башня лучниц снесена. Вообще довольно-таки странно, потому что базы гоблинов, почему у них тут стоят лучницы, неужели у них есть такие красивые девушки у этих вот не очень красивых молодых людей. Ладно, опустим это. И уже сейчас мы видим, что шарики без труда расправляются с пушечками, то есть никаких красных бомб они тут не встречают. То есть да, действительно, эту базу можно снести, используя всего-то навсего 3 гигантов и 5 лучниц. То есть мы пускаем 3 гигантов в дырочку, которая имеется на этой базе. Никаких ловушек мы на своем пути не встречаем. Я думаю, они тут есть. И расположены они были с центрального входа и также с бокового того входа. Но вот так вот запустив гигантов внутрь, вот в эту дырочку, башня лучниц на нее согревается, то есть начинает бить именно гигантов. Мы запускаем за забор прекрасненько лучниц. Лучницы вонзаются в эту башню лучниц, без труда ее сносят. И в дальнейшем можно было запустить всего одного шарика, и он бы добил всю эту базу абсолютно без труда. То есть в этой атаке мы использовали 3 гигантов, 9 лучниц, 4 шариков. Можно было ограничиться 3 гигантами, 5 лучницами и одним шариком. По фарму тут получилось 10 тысяч золота, 12 тысяч эликсира. Довольно-таки смешные цифры все еще, но базы все еще легкие, и служат они для того, чтобы оттачивать как-то свою тактику и учиться стратегии в игре Clash of Clans. Ладно, ребят, на этом, собственно, все. Вот такой вот коротенький видосик, как и обещал. Сегодня мы уничтожили базу гоблинов, которая называлась Сторожевая башня. В следующий раз мы попробуем уничтожить либо золото дураков, либо недвижимый предмет. А на этом, собственно, все. Если вам понравился данный видеоролик, то я прошу поддержать вас это видео лайком, подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Также было бы очень круто, если бы вы отправили данный видосик другу, который только начинает играть в игру Clash of Clans. Также, пользуясь случаем, поздравляю ребят с 23 февраля. Не знаю, когда выложу данный видосик, но думаю, 23 или 24 числа он уже будет на моем канале. Поэтому, ребят, с Днем Защитника Отечества! С вами был Жи, всем огромной удачи! Сносите гоблинов, фармите ресурсы, учитесь грамотно атаковать в игре Clash of Clans. Никогда не болейте, увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока!